Андрей, Московская область. Иголика Владимир, Челябинская область. Приготовиться к отметке баталов. Уже был сигнал. Представляю участников. Боец красный пояс Анисимов Андрей, Московская область, второй разряд. Боец синий пояс Игольчиков Владимир, Челябинская область, третий разряд. С красным поясом. Смена рефери бокового судьи. Рефери Демьяков. Видыч боковой. После защита. Приготовится перемога. Республика Башкортостан. 30 секунд прошло. Аслан Набеков. Аслан Бенков, защита. Атраганская область. Вот и то. И дальше надо было добавить. Неэффективно. Ближе к нему. Ближе к нему. На ковер не приглашается Терехин, Бронников. Почетче надо, не видно. Анисимов, 2 минуты осталось. Минута прошла уже. Наваливает в бокс. Очень много стоит, застоялся ты. Можно, можно таком? Можно. Тренировочный шлемов разрешен. Андрюх, начинай. Он почувствовал лоб. Дублируй правую ручку. Андрюх, начинай. Давай, пошла работа. Не стояй, руки плотно. Можно таком, можно. Середина времени показать более активные участники. Приготовились. А техническое действие последнее, за что остановили? Коллективный красный боец. Анисимов, дай сюда. И правая рука пока будет. Левый выше. И... Запустить. Равная возможность. Знаете, что надо. Давай. И дальше что? Защита. Стоять, да не стоять. Вот о! Только в спортивной форме. Активность красного. Давай. Бронников Арсений, Челябинская область, первый юношеский разряд. Перемонов Аслан Беков приготовился. Давай. Ростовый техник. Артур сдается с красным поясом. Активность красного. Андрей, 15 секунд. 0-0, счет ты чё? 2 балла бойцу с красным поясом. Балла за синим поясом. Артур сдается с красным поясом. Время! Время следующее!